Всем привет! Сегодня 31 октября 2023 года. Завтра 1 ноября. Начнется последний месяц осени, который нам уже, наверное, надоело. А я сижу на диванчике в торговом центре Атолл. Хорош, тут такой диванчик есть. Возле магазина Галамарт. И вот обратил внимание, что 10 ноября у них акция. Чайники электрические Либен. 399 рублей. Это, кстати, дешево. Достаточно. Я купил кофемолку, и она нормально, в принципе, работает. Нормальное такое среднее качество. А хочется похвалить магазин Галамарт. Регулярно устраивают акции. И причем вывешивают. Вот сразу мимо проходишь и видно, допустим, вот термоноски. Или там что? Вот этот самый чайник электрический. Молодцы. Тут елочки уже выставили они. Хороший такой магазин. Ножички там хорошие. Ну, много чего там. По мелочам. Скотч по нормальной цене. Вот. А там у нас магазин Атолл продуктовый. Вот такой небольшой ролик. Мне интересно, а сколько сейчас такой чайник стоит? Зайду гляну. Мне просто просил один родственник узнать насчет электрического чайника. Нет, чайники еще не пришли, но думаю, они будут неплохие. Вот еще вафельница, сменная кассета к барьеру. Ну, это все так, мелочи. Пенсионерам скидки 10%. Так сказать, мелочи, приятно. Игрушки елочные начали продавать. У них порой удивительные цены. Вот, например, такие носки. Ну, нормальное такое, среднее качество. Они, в самом деле, хлопок 70, 30 полиэстерн. Можно носить вполне. И, кстати, не рвутся. Вот, когда была акция, они по 9 рублей, представляете, продавались. Я сам удивлен. Или по 9, или по 16, не помню точно. Не, по 9, по-моему. На 23 февраля. Ножичек вот этот очень острый. Очень острый. И давно у меня уже и не тупится. Вот не знаю, такой будет чайник на акции или нет. Но сейчас цена такая. Довольно большая. А кофемолка у меня вот такая. Вот я брал по акции 550, сейчас 1090. Ну, нормальная, хорошая кофемолка. Ну, еще вот заметил скотч тут по нормальной цене, вот этот, Ермак написано, 37 рублей. Ну, не дешево, конечно, но и недорого. Нет, нет, это другой чайник, продавщица сказала, тут вот реле нету, там какая-то шкала, этот попроще. Ну, ладно, в общем, медленно, но уверенно к Новому году продвигаемся мы потихоньку. Самый дорогой, наверное. Не знаю, что еще сказать. В Атолле много всяких штук продается интересных. Куколки вязаные. Вот такое животное. Зверьки. Все, наверное. Спасибо за просмотр. Хорошего вам настроения. До новых встреч.